Вот, спрятал камеру, платок. Как будто бы к холодильнику пошел. О, как подключили меня. Нет у меня в руках ничего. Надо было не в холодильник уйти. Так, Мирка спала. В будочке лежит. Лапы кверху. А теперь все. Открытой камеры не получилось. Чего, заиграли? Я вас не снимаю. Вот у меня платочек, видите, спрятал у него камеру. Ну что вот они определяют? Не знаю. И что мы там делаем? Что мы тут потеряли? Что мы тут? Я знаю, что вы тут промышляете. Я здесь сюда выливаю компот. Ну, удобрение для деревьев. А они тут ходят и тягают эти фрукты под деревьями. Вроде бы сейчас они перестали на меня обращать внимание. Как будто бы мне нету. Своей жизнью занимаются. Ну, хочется иногда снять их естественными, не позирующими перед камерой, а вот какие они есть. Вальяжно такие ходят, в перевалочку. Живут своей жизнью, что-то там выискивают. Ну что это за очередную какашку? Брось! Что ты там нашла? Только сейчас ели, 20 минут назад я вам дал корма. Ну это ж деликатесы, дохлятинки. А как же без дохлятинки? Ой, а тут вот подгорел этот самый ферзь. Кто ж знал, что его надо поливать? У него корни метровые. Вон, подсох весь. Вот кое-что есть немножко, а это все... О, все сыпется. Ну, теперь, может быть, форму надо. Я полил два раза. Но никогда не думал, что тис будет чувствительный к поливу. Теперь буду знать. Но теперь шарика уже не будет. Будет пучок какой-то. Ну, знаете что? Что будет, то будет. Где Марсик? Где он? Это черный плащ. Марсик! Марсик! Ты где? Вон он ходит за домом. У каждого своя жизнь. Все, теперь я уже не кинорежиссер. Они меня как кинооператора не воспринимает. Вот теперь вы можете видеть просто бульдогов. В сад мы не идем. От жары вон листики пожелтели, видите какие. Доверяю жизни, доверяю каждому мгновению. Не так ли падают лепестки на землю? Тюк. Упал, естественно. Ну, а дома я уже показывал, там у меня кресло-качалка,
теперь качается сама. Прихожу, сажусь, она раз-раз-раз мне качает и качает. Прибыли. Что скажешь, господин? Раньше был такой фильм «Господин 420» индийский. Может, кто помнит? Напишите, если помните такой фильм. Помню, меня туда не пускали, он до 16 был. А кто-то попросил, говорит, ну пустите мальчика, ему обязательно надо посмотреть этот фильм. На меня пустили. Радж Капур, по-моему, там в главной роли был. Давно это было? Скоро ночь, вон уже звезды. Смеркается. Вот и весь сюжет. Марсик хочет что-то сказать. Он забыл чего. Вспоминай, Марсюшка, что ты хотел сказать? Мирка у него перед носом крутит хвостиком. Видите? Что? Что такое? Что это за действие? Стоял. Решил показать. Какие-то пируэты. Ну что? Пошел я домой. А это вам, земляне.